В результате взрыва газовых баллонов в небольшом супермаркете Аргентины погибли 3 человека. Еще по меньшей мере 12 получили ранения. 5 из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе 1,5-годовалый ребенок. Инцидент произошел в городе Вирей-дель-Пино в 45 километрах от столицы Буэнос-Айреса. По предварительной информации, взрыв прогремел на складе, где хранились газовые баллоны и огнетушители. Взрывной волной разрушен сам супермаркет, а также магазин по продаже запчастей для мотоциклов. Не исключено, что под обломками 2 зданий могут находиться люди. На месте ЧП работают спасатели и пожарные расчеты.